подъехали к границе штрафной площадки киргизской команды. И здесь уже может быть опасно. Отскок совершился, но подбирает Енисей. Но вот сегодня ему отведена роль тоже центрального защитника, по-моему, в половине поля у киргизской команды, то есть на половине поля китайцев. Это Виталий Люкс. Нельзя не отметить, что действительно хорошую игру поставил Александр Крестинин своим парням. Никакой нервозности пока мы не наблюдаем. Все по своим позициям. Каждый держит своего КАМАЗ. Не путать с КАМАЗом из набережных Челнов. Ну и за сборную Киргизии выступает с 2014 года. Представляет. Ух, опасный момент. И можно забивать уже и китайской стороне, но великолепно действует. В раннем интервью сказал, что с сентября мы одержали 4 победы в 6 матчах. Это хорошо. Никто не рождается с опытом, и мы набираем его шаг за шагом. 18 декабря 2010 года, очень давно, в матче против Эстонии, победой китайцев со счетом 3-0 завершилась та встреча. Если вот брать сегодняшний состав, то ни одного легионера в нем нету. Зато не приложить. Ну, давайте закончим все-таки с Юем Дабао. Вот он с бензиной стороны красиво, да, с другой стороны опасно. Попади в ногу, и там красная прямая могла прилететь. Карточка цвета формы китайской команды. Мешаешь атаковать. По сути, сделал первый пас в атаке китайской команды. Удара поворотом не последовало. Так-то номинальный хавбек. Навес. Кичин. Ну, Кичин молодцом. Везде успевает. Твое пиво и наше пиво. Вот такой вот пивной парнишка. Ну а сейчас игрок бишкекского. Это Мурзаев туда сместился, да? Такого не будет. И что интересно, вот тогда из-за, опять если память не изменяет, нарушения регламента китайской стороной, матч не был признан FIFA за официальный. И еще один момент. Ну надо здесь тоже забивать. Ну, на исходе первого тайма, что был бы Люкс игроком Шальки 04, например, может быть, и попал бы. Сборная Китая. Первый номер. Янь Цзунилин на воротах. Далее играли три центральных защитника. Атлетики оттесняют от своей штрафной киргизские футболисты соперника и делают это. Были сыграны матчи в группах А и Б. Но вот после этой атаки она завершена. Китайцы воодушевились. Посмотрите, продолжают. Ну, землянухину. 28-летнему игроку бишкекского Дардоя. 27 лет — это возраст как раз тот самый, когда, как говорится, золотой возраст футболиста. С 28 уже начинается такое футбольное старение, по-моему. Может быть, это будет иметь какое-то свое значение. И такой крупный турнир для этого игрока. Хочется, так сказать, хлопнуть дверью. 32 лет и 287 дней. Это рекорд. Национальный рекорд, который уступил Раулю семерку в Шальке 04. 76-я минута. Все игроки. Так и Кузубаев, да, вот оказались, по сути. Не сказать, что к этому шло, но это неудивительно. Второй тайм действительно за китайской стороной. Но я повторюсь, футбол в Киргизии тот пьедесталах почету на Олимпиадах, да и вообще как участников, да их единиц. Пошла передача высков. Ну, еще раз вот смотрим момент, да, когда мог остаться к завершению. Классно, технично сейчас было сыграно 18-м номером. Да, и довели дело до удара китайца. Была аренда в Пенал-Новенсе. Это клуб третьей лиги Португалии.